Диана Гурцкая спешит делать добро. Она организует благотворительные вечера, на которые съезжаются звезды отечественной сцены. И туда же приходят дети, которые нуждаются в их поддержке и покровительстве. Главное – видеть сердцем. Под таким девизом проходит большой благотворительный концерт для незрячих детей. Устраивает это мероприятие певица Диана Гурцкая, которая собирает на него всех своих друзей и коллег. Давно знал об этом мероприятии и уже давно обвел в кружочек это число и знал, что я обязательно должен был быть здесь. В зале присутствует и первая леди страны. Основная идея этого концерта – творческие дуэты звезд и детей. И кто знает, возможно, именно благодаря этому вечеру на нашей эстраде зажгутся новые имена.